Еврокино представляет. С 29 февраля по 4 марта в кинотеатре 35 миллиметров прошел первый фестиваль греческого кино. Задача состояла в том, чтобы показать молодое, авторское, небюджетное кино. И как раз на этом фестивале ребята показывают современное греческое кино, которое в последнее время как раз получает значительные призы на международных кинофестивалях. Зрители с нетерпением ждали этого большого события. Ожидаю доброты, чувств и что-то нестандартное для русского зрителя. Ну, мы ожидаем, наверное, каких-то новых эмоций. Мы ожидаем увидеть Грецию такой, которую еще ни разу не видели. Мы подбирали самые яркие греческие фильмы за последние 5 лет. Это один из тех случаев, когда нам удалось заполучить практически все, что мы хотели. И, собственно говоря, фестиваль организовался уже под фильмы. То есть были фильмы, которые мы изначально хотели показать, и нам это наконец удалось. Гостья фестиваля, актриса и сопродюсер Ангелики Папуля представила фильм «Альпы». А его героям, в частности, мне приходится подменять умерших людей. И поскольку это разные люди, то, соответственно, и моей героине приходится так или иначе выступать в самых разных ролях, что весьма непросто. Прежде всего, для меня это была потрясающая возможность сняться в фильме Йоргоса Лантимоса. Мне всегда приятно работать с этим режиссером и с его командой. И я счастлива, что медсестру выпало сыграть именно мне. Специально для Еврокино.